Как подходим, так и подходим. Мне не надо. Руки у меня сюда. Мне не надо ничего подозревать. Мне хорошо. Я вчера просидел, мне нормально. Все, глушу, глушу. Так, нафиг сейчас. Беги на одной там. Обратите внимание. Вот это вовле. Вот реально картинка на эхолоте в речке, блин. Это не тест. Да пойму, это все. Здесь бы хоть одну вовле. Стоим вовле. Просто на месте. Прикольно, правда? А, слушай, Андрюха. О, пошло верховодка пошла. Дофига, смотри, верховодка пошла, смотри. Ох, ебать, колотит. Сверху прям под нами. Короче, Андрюха, один и два. Это, смотри, на выходе, там, где мы сейчас кружились, ямки, говорит, там встают. Давай встанем на три разные блеста. Вот здесь надо вот. Вот, допустим. Вот здесь надо на удочку надо. Счастье, полные штаны. Вот сидим. И разговор тоже. Да. Ура. Сидим, да. Ой, вот рыба какая клюет. Есть. Снимай. Ельчик нет? А, вот ельчик. Вот ельчик. Не живцовый как-то. Ну. Вместе. Слышь, да, вместе. Смотри, мне жалуется, смотри, что говорит, дурак, заснул, что ли? Смотри, меня, говорит, чуть не сожрали, риску, да, куда упал? Убежал, да, кверху. Червяк куда? Сразу бзын будет. Да? Выводить некуда, у нас тростник вокруг. Во, лёд только что выловил. Лёд. Ну, как-то ты живёшь, не если вот, да, рука, показана рука, размер подлещика. Да, да. Как говорится. Ну вот, наконец-то, да. Смычок целенький. И Юрка отметился у нас. О, приятно в руке держать. А то. Уже не впереди.